Со школьной скамьи большинству из нас знакомо произведение Александра Блока «12». Он написал свою таинственную поэму в 1918 году, сразу же после революции в России. Одни утверждают, что это ода, посвященная переменам, другие, что произведение носит осуждающий характер. Действительно сложное произведение и, наверное, самое непонятное для всех людей, которые читали когда-либо его. Обычно в школах оно проходит так, и каждый считает, что какой-то бред написал Блок, и к нему никто не возвращается. Может быть, это в большей степени меня подтолкнуло к тому, чтобы сделать эту вещь. «12» Александра Блока в трактовке Народного молодежного театра «Крылья» под руководством Ольги Кобецкой прошел на сцене театрального центра «Жаворонки» накануне Дня народного единства. В основе постановки видеоряд, в котором под звуки революции гимнов кадры хроники сменяются современными. Для усиления восприятия был создан уникальный саундтрек. Специальным гостем театрального вечера стал кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер Егор Кончаловский. Я считаю, что вообще Блок достаточно сложный автор. И, собственно говоря, и спорный, и противоречивый. И, собственно говоря, поэтому мне было интересно сюда прийти, в театр, в театральный центр в Жаворонках, в театр «Крылья», собственно говоря, к Ольге Кобецкой. Вот, потому что мне очень интересно, вот, что, в общем, собственно говоря, вот такой театр, да, в общем, берет довольно сложные вещи в постановке. По словам режиссера, и в трагической буфонаде есть над чем посмеяться. А прекрасно вписавшиеся в канву спектакля картины можно рассматривать не просто как находки режиссера, а как соавторство. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».